Ну что, все конкурсы позади, а вы молодцы. Думаю, из нас получится отличная команда. Мы согласны. Один на всех. И всем за ридикюль. А мне все-таки хочется узнать результаты оценок. Тогда чего же мы ждем? Приглашаем на сцену участниц 16-го районного конкурса «Маленькая фея». Встречайте! Сегодня вы все были замечательными, и эти сладкие цветы для вас. И он приготовил для вас сюрприз. Добрый вечер, уважаемые одесситяне. Добрый вечер, Кости Сангары. Я рад приветствовать вас на нашем празднике. Мне доставляет большое удовольствие находиться среди такой красоты. Девчонки нам показали, как они танцуют, поют, занимаются спортом. То есть я бы не хотел оказаться в команде жюри, чтобы определить победительницу. Для меня они все победительницы, уже тем, что присутствуют на этой сцене. Кто-то из них, наверное, даже дебютантами является на сцене и появились здесь первый раз. Я хочу им пожелать дальнейших успехов. Кто бы ни был сегодня победителем, я надеюсь, что вскоре мы их увидим в таких же конкурсах более взрослой категории. Девчонки, вы молодцы! Поприветствую всех нашим успехам. И еще раз повторюсь, кто бы ни был победителем, вы самые лучшие, великолепные, красивые, восхитительные и любимые. Я от себя лично хочу вас тоже поздравить с участием в этом конкурсе и преподнести вам маленькие сладкие подарки. Всего вам самого хорошего, успехов в дальнейшем.